Джейсон Стэтхэм получает по лицу на телешоу. Несмотря на то, что актер на экране всегда такой весь мачо-мачистый, на передаче Джимми Фэллона он аж два раза отхватывает оплеухи и даже не дает сдачи. А все потому, что Джейсон и Джимми играют в блэк-джек, но не на деньги, а на пощечины. И удача дважды оказывается на стороне ведущего. Это моя первая победа в блэк-джек. Я запомню ее навсегда. После второго удара Джимми решает поддаться актеру и получает пощечину просто так.